Сегодня день образования информационного агентства «Ольвиапресс», его правопреемник «Новости Приднестровья». 29 лет журналисты рассказывают миру всю правду о Приднестровье. Как все начиналось и как сейчас работают коллеги, рассказываем. Политика, экономика, медицина, социалка. Новости Приднестровья пишут обо всем, что происходит в республике. Порой материалы публикуют прямо с места событий. Интернет – главный помощник. А вот в начале 90-х рассказать правду о Приднестровье было сложно. Но это была главная задача. Интернета не было, наши радиоволны Молдова глушила. Нужен был свой приднестровский ТАСС, который бы и сообщал правду о молодой республике далеко за ее пределами. У наших старших братьев из ведущих мировых агентств были телетайпы. У нас их не было, но телетайпы заменялись тогда факсом. У нас был красный факс, который мы позаимствовали в одном из отделов Верховного Совета тогдашнего. И, признаюсь честно, мы, конечно, его не вернули. У нас он прижился, и мы на нем работали многие месяцы. Поэтому я считаю, это был наш талисман. Объективная информация о Приднестровье и сегодня одна из главных задач агентства. А вот название уже другое – «Новости Приднестровья». И это уже о развитии республики. Мы рассказываем о прошлом, настоящем и даже будущем Приднестровья, о том, какой будет республика. Нас смотрят в более чем 40 странах мира. Наиболее, больше всего смотрят из России, Молдовы, Европейского Союза и США. Иногда даже звонят и спрашивают или пишут. Спрашивают, когда будет переведена та или иная статья на английский язык. Кстати, у нас есть и англоязычная версия сайта, ее смотрят, судя по показателям, очень хорошо. Кстати говоря, даже есть читатели из Непала, скорее всего, это не только наши путешественники, но и местные непальцы. А еще время диктует свои правила. Теперь «Новости Приднестровья» есть практически во всех мессенджерах и соцсетях. И планируют выходить в прямые эфиры с мест событий. Обновят и сам сайт. Появится больше фото, видеоконтента. Будут и новые проекты. Сайт станет еще современнее и интереснее, обещают коллеги.